На совете общественности в станице Анапской решили, Анапа начинается не в центре города, а в сельских округах. И то, что видят отдыхающие гости курорта, въезжая в жемчужину Кубани, должно соответствовать высокому уровню курорта международного значения. В станице Анапской парковую зеленую зону решили облагородить. Речь, которая шла на совете, обсуждался вопрос о реконструкции летней эстрады в зеленой зоне станицы. На сегодняшний момент она у нас уже старенькая и железная. Предпринимателям понравилась летняя эстрада, которая построена силами завода «Абрау-Дюрсо». В поселке «Абрау-Дюрсо» белая колоннада, крытая белым покрытием. На благородное дело откликнулись станичники. С каждого по нитке на всеобщее благо. Помочь может каждый. Предприниматели уже на сегодняшний день изъявили желание, кто помочь бетоном до 20 кубов, кто сделать каркасы колонн, там будут 8 колонн, кто помочь опалубкой. Все это наши замечательные жители станицы, города. Имена и названия предприятий будут на бронзовых табличках укреплены на колоннах всех, кто помогал, всех, кто радеет за станицу и хочет, чтобы белая красивая ракушка эстрады была в станице, в нашей зеленой парковой части. Увековечить свое имя может каждый. Наталья Пухальская, Андрей Стародубцев, Игорь Куршаков. Анапа регион.